Считаете ли вы себя добрым человеком? Да, я считаю себя добрым человеком. Особенно я люблю детей и животных. Дети и животные – это смысл моей жизни. Они приносят мне удовольствие. Я работаю уже где-то 10 лет аниматором, и я понимаю, что такое радость. В душе чувствуется прилив энергии и жизненной силы. Дети и животные для меня все. Я хочу и дальше работать с детьми, животными. Потому что это для меня радость. Я всегда мечтал стать ветеринаром. Я хочу спасать животных, помогать им, дарить тем деткам, у которых есть собачки и кошечки, радость. Потому что я спасу их кошечку, либо собачку, и они будут рады. Они будут очень рады. Поэтому в детстве я хотел стать ветеринаром. Потому что ветеринары – это хорошие люди. Они помогают этим животным. Этим детям помогают. Поэтому я хотел стать ветеринаром. Я хочу, чтобы дети, все дети на земле были счастливы. Я хочу, чтобы абсолютно все были счастливы. Чтобы они не знали горя. Mm-hmm.